обещала показать центр, где люди ждут поезда следующего. Ну вот, приблизительно. Потому что охрана не разрешает снимать. Но я вот здесь вот, где мы пережидаем, вот так вот. Поставлены раскладушки. И люди ночуют ночь, кто два, кто две ночи, чтобы на поезд успеть. Там вход. Но туда не буду выходить, потому что вчера хотела снять. Ну, сказали, нельзя. И вот так вот. Комната вот такая большая. Все с раскладушками. Ну, хорошо, что не вся вот эта вот площадь заполнена. А люди, некоторые уезжают, дождавшись очереди своей, а некоторые остаются, ждут следующего дня. Так что пока что так. Потом дальше буду показывать.